Всем доброе утро. Сегодня суббота, 5 утра, а мы отправляемся в новый поход, небольшое путешествие на юг Беларуси. Заказнику Ружанская пуща наиболее известна тем, что здесь обитает самая крупная популяция благородного оленя в Беларуси. Пока мы ни одного не видим, но следы многочисленные здесь есть. Может быть, еще повезет впереди. Уже несколько часов подряд идет, моросит такой мелкий дождик. В принципе, нам сильно он не мешает. Вот, едем по маршруту, в принципе, с большим запасом времени. Едем по направлению к озеру Черное.
Так, ну что, мы находимся в Березе, проехали 105 километров, пережили дождливый день. Ладно, 180, там 5. 180 за 2 дня. Что там, Саша, ты говоришь? А, что? Рыбалка удалась. Вот, рыбалка удалась. Ну, финальный рывок я не понял.